Ну вот, блядь, ну вот это как нахуй? Ну как по-другому, блядь? Я понимаю, тебе еще магом зайти на совет, который точно убьется, на Вальку, который точно захилится. А на этих боссах, блядь, смотри, ну, два тела мы резнули, два лежит, нахуй. Вот тебе и два ляма ДПС. Это двое ДПС недобитый. Четыре Даже. человека мертвых, нахуй. Четыре человека мертвых, которые Ну. сдохнут от слизня, которые не должны были от него сдохнуть. Это Ну да. первый момент. Ну И да. второй момент, то, что, блядь, я бегаю, нахуй, звездочка, блядь, за мной не должны Вот, стоять все остальные люди, а а теперь человек. думай. А теперь думай, вот смотри, им обидно будет, если им въебать ГП, а ты такой челик, ну сидишь на маге 0 ДПСа. Как ты думаешь? Ну, значит, тебе, чтобы к тебе претензий не было, тебе надо зайти на фулового перса и убить профа. Ну вот Нет, смотри, я зайду нет, сейчас на какая разница? фулового пульса, я дам там, наверное, 17-17 тысяч, нахуй. А люди, которые там сидят, ИДР, да, 4 тысячи, нахуй, это нормально, блядь, или как это называется? Да Блядь. нет, это ненормально, но он сдох. Сдох и лежал. Да похуй вообще, блядь, сдох, не сдох, блядь. Ну, так давай сделаем, чтобы вы равны были. Ты же не даешь даже 8, как он не даешь. Так что заходи, Да и я придется, понял, я блядь, опять буду, хули. блядь, опять буду одеваться, нахуй, сам, блядь, походу, без участия Не, рейда, почему блядь. сам? Ну, А потом еще буду ты хуй пойми печенькой себе лутать на простую, своего ты пойми персонажа, себе потому такую, что братан, вот ты пойми у себе меня такую же они есть. простую вещь. Я, как ты, уже играл. И ты себе аксиому такую пойми. Вот ты будешь магам десятку давать, ты ходи на фул. Но сейчас тебе на фул не светит. Понимаешь? Это, ну, по всем канонам, блядь. Ты послушай, давай спросим людей, что они скажут на этот счет. Это они сейчас молчат. Что Ну люди так, скажут? так тоже не Хуета делается. полная. 8 боссов Хуета ты... полная, то, что у нас, блядь, умерло, нахуй, 4 человека просто, Не, нахуй, на ну ровном месте. смотри, мы... Да, то, что умерли, это Ты вот понятно. считаешь, вот просто ты сложи ДПС, Ах, блядь, блядь. 4 людей, которые сдохли. Это вот эти Да ебучих 3 не недобитых надо ляма. делать никакие стрелки. Надо просто сделать, чтобы ты был на квартальных, на 4 боссах. Проф, Синдра, Лана, Лич на нормальном персе. Вот и все. И тогда не будет никаких вопросов. Это пока у тебя маг маленький. Там 174-й там левел. Ты думаешь, где-то вообще такого берут? Так что думай сам. Ну, я понимаю, вот он был 240-й хотя бы. Блять, 24. у нас гильдия, мы закрываем, да, там условно уже там, скажем, что, 11 боссов, Ну ты там тоже двери не вешайся закрываем. на людей, Почему, нахуй, блядь, я не могу, нахуй, просто пойти, да, там условно, и прям Бля. провагониться магом. Там, Да ты я не можешь. знаю, Ну, нахуй. вайп произошел. Давай, суммонить Из-за уже. меня? Я поймал хоть один пельмень? Нет, При чем нахуй. тут пельмень? Если бы ты Я был на поймал, присте, наступил хоть в одну кол, я как-то криво людей если бы водил. ты был на присте, как я тебя изначально просил, эти два ляма были бы задамажены, блядь. Даже при том, что эти мечи упали, блядь. И Дера, Так который почему, в блядь, стороне. я должен тащить бичей, нахуй, а не бичи меня, блядь? Ну ты Ты объясни, почему я каждый раз смотри, должен тащить я тебе бичей, еще блядь? раз объясню. Потому что они бичи. Ты выровняй. Вот эти бичи больше тебя дают ДПС, даже сдохшие. Вот у тебя ноль. И ты сделай так, ну ты это должен отработать, блядь. Вот когда ты будешь давать, нахуй, ну на 10 месте, вот хоть как Седжу десятку, да, тогда вопросов никаких не будет. И можно ГП смело за вайп давать. А сейчас как? Ну как решить? Кому ГП? Вот давай въебем. Тебе за то, что ты на биче без камней, без чарок, нахуй, ГП, блядь. На основного персонажа, нахуй. Вот и думай, блядь. Всему есть предел, блядь. Не, я не против, блядь. Ну, в ГМ обычку там сходить, чтобы тебе эти 4 выбить, там еще куда-то. Да, на 8 боссов. Давай, вот сейчас этот совет. Валька, заходи на мага. Да я не зайду уже на мага, нахуй. Все, я Так, уже расстроился, блядь, а хули пиздец. расстраиваться? Не, ну ты тоже Да ладно, смотри. просто отношения Не конченые, блядь, потому что... расстраивайся. Да Дай хули. мне ассисты и дай мне метку звезды. Зачем весь рейд, ну, обвинять в этом? Поставь. Четыре человека сдохло, которые не должны были умирать. Ну Вот так и давай все. им въебем ГП за это. Вот конкретно Идере нахуй, за то, что он отбежал как бич в сторону. Давай, вот сотка тебе. Дай рыбку. И давай я тебе еще сотку сейчас въебу за то, что ты магом незачаренным пришел в инст. А, ну давай всем хуярить ГП, вот у нас за то, что там ЛК камни, например, вот смотри, Так нахуй, давай. ИДР, да, стоят ЛК камни, блядь. Ну типа давай я сейчас начну каждому доебываться, каждому Ну, придираться, так нахуй. У меня, вот блядь, давай. два персонажа, блядь, три персонажа, нахуй, все, блядь, зачаренные полностью, одеты все в БК камни, блядь. Ни на Вот. одном нету ЛКшного камня. На варе там есть в этом Вот варусе, блядь, два и ЛКшных смотри. камня. Один для капа, второй просто пожалел, ну, впадлу Ну, ставить, потому вот и что смотри. Вот и они на смотри. ничего не влияют. Что и как. Вот сейчас кому ГП давать? Вот сейчас будет вайп, если кому ГП будем давать. Сейчас мы все это посмотрим. На связи ты понял, как в кукле сидеть? Да, конечно. У нас нету рестор друида, у нас Мэтфокс есть, который мог бы в рестор друида спекнуться, чтобы на связи не было хуйни, что у него раги нету, просто его Да захватывают. там все хватает, Там по-моему. хватает, надо лужи не пить сразу, растянуть их.
То есть две лужи, чтобы подросли, потом быстро начинать пить. Там, конечно, чисто в каст успеваешь, даже самые скиллованные, только в каст успеваешь кинуть, даже он начнет двигаться. Вот, ну, не знаю, что там от на связи ожидать, он же там не 10 лет играет. Шектор, что тебе не хватает? Бафу и ману отпиваешь. Я в первого не успел кинуть, в остальных же плюнул. Там лужу не допивай просто до конца. Там надо. Ты в красного плюнул на середине, получается, на второй фазе, в первого красного, во второго красного ты плюнул, когда он уже почти до человека дошел и взорвал его, блин. Не пей. Я звездочку на себя поставил. Я всю эту хуйню проходил, что ты проходишь. Да нет, просто я захотел поиграть на магинах, хотел сделать персонажа, думал его быстрее одеть. Понимаешь, никто не запрещает, никто не запрещает. Мне, блядь, давай нахуй. Вот именно вот это быстрее, это и есть камень. ГП, блядь, этот нахуй кого, блядь. ГП, блядь, навара, нахуй, ЕП, там, на мага, блядь, всякого вот это залупа, нахуй. Ну, понимаешь, так бы все делали. Нет никакой взаимопомощи, нахуй. Если бы это был хил какой-то нужный, который... Черви все сбежались. Ну ты просто думай, блядь. Почилите, я хочу. Давай я тоже создам перса и так же буду делать. Это будет некрасиво. Можно я второй рейд пойду с 185-м хантом? 100 лет на него зайти не могут. Да иди, пожалуйста, человек. Я к СДК буду делать для ачивочки, но на Некс КД тоже зайду. Вот месяца 3 поводишь, фул. Вот, ну эту. Да скинитесь вы, блядь, звезду нахуй! Биг Дэм, поводишь, и потом уже будешь сам Фокс, думать. Мэтт Фокс, Бэйр, Шектора. У него КД еще. Я могу Бэйр. Равис. Ну, короче, Бэйр, Шектор и Иннер ему закиньте сразу. Равис, КД. Сейчас пельмени полетят. У кого нету КД? Я уже поднял. Да. Все, Шектора подняли, Иннер закиньте, кончится, еще один закиньте. Все звездочку встали, блядь, нахуй. Ну, для кого она стоит? В РДД. Какого хуя? От пельмени отошли. Красный появился, все по красному играем. Убегает красного. Из лужи выходить. У кого откатил, выжили из пельмени. Да. У кого БР еще есть? У них у обоих есть, откатился. А, нравись Б, Шектор, Иннер, понял. Да. Пельмени. Не зыбку дай. Ну давай вот чисто навскидку подумаем, добьем мы босса или нет. Да, может. Чё там, Мэтт Фокс, знает только один БР. Ну то нам нужнее всего. Пельмени. От пельмени отойдите. А зачем ты босса туда привел? К столу. Пельмени. Знает, может, сколько мастера вернуть. Пельмени летят. Стопайте. У нас слизень и лужи еще надо выпить. Стопайте урон. Мастер, наверное. Пельмени летят, с пельмени выйдете.
Все, переводим, чтобы следующий луж не кинулась. Луж же 5 секунд, надо перевести успеть. Более-менее комната чистая. Это, наверное, БР, наверное, по кому? У нас Вадикон, Опс. По Хокмастеру, наверное, отдать лучше. Хокмастер больше. Хокмастер и БР. У кого, кстати, БР есть? У... Вот Фокс. Фокса. Ну, Фокс, Хокмастер и БР, не ж. Геро? И Геро, давайте. И все кучнее звездочку встали. По часовой поведу. Без разницы. Все, вот ушли от пельмени. Бля, ДБМ пиздит. Все, все, обратно. Залети на мордаунта. Забирай на связи. 4 стака. Кто воровать будет? Ну там у нас совы есть, которые могут воровать. Давай побьем пару стаков, посмотрим, может успеваем по ДПС. Ушли от пельменей. Так, пока один на нем. Мэтт Фокс, нахуй, ну ты чё, блядь? Все в звездочку все вернулись, говорю, не засирайте центр комнаты, пожалуйста. Самим же потом бегать неудобно будет. Хули, вот, вот зачем вы там стоите, объясните, пожалуйста. Так, сейчас буду забирать один. На хп дайте гем. Один забрал. Набирай обратно. На связи обратно. Блять, ну ты где там? Значит, должны добить, в принципе. Еле-еле нахуй. Также 4 человека мертвых лежит, блядь. Даже 5. Да, сколько? Вот смотри детали смерти. Кто там? Трулдек, УКС, Вадикон, Влажный и кто еще был их Хукмастер? Вот и смотри детали смерти. И что там? Прочитайте и скажите. Там был момент, что там слизень выбил, там нельзя было отбежать от слизни, и там летели пельмени в эту всю кучу. Это такая ситуация, что... А, ну да. Ну, да-да-да, был момент сразу. У Трулдек глыба была, когда я не смог просто нажать, так бы я глыбой задоджил, блядь. Ты ничего не сделаешь, то есть там вот, единственное, если бы не зыбка, там бы пол рейда сдох. Так, покоритель надо кому-то? Осколка нет? Шли на свет. Ну, типа, я не знаю, вот как правильно решить вот этот вопрос, да? Тебя тоже можно понять. Можно вообще, ну, всех понять, если сильно постараться, можно вообще весь мир понять. У кого какая мотивация, что делать, да? Типа, ну, заебывают играть одним персоном. Да, меня тоже всех, ну, рано или поздно это всех коснется. Да меня не заебывают, просто нет, я себе решил отдельно сделать навык. Типа, я нормально играю, но я просто... Так, я не, вижу, блядь, что... Никто не спорит, что нормально, но есть какие-то требования, понимаешь, Винс, ты с этим согласись сам. Ты же не будешь пуга брать вот такого нулевого, да, в ЦЛК? Ты же вообще его никак не возьмешь там. То есть есть планка ДПС, которую надо давать в ЦЛК вот в этом рейде. То есть понятно, да, можно прогонить. Да, ДПС у нас больше, чем нужно. Можно пройти, можно. Но, блядь, когда встает ситуация вайпа вот такого, да, ну, даже если человек там виноват в этом, он не делается виноватым в том, что ты пошел голым перцом в рейд. Это, ну, как минимум неуважение. Ты можешь пойти. Тут вообще споров нету, но... Надо иметь четкую, ну, опору за спиной. Надо иметь пиздец такой рейд, который все исполнит без того, что тебе надо говорить людям, что делать. Вот тогда да, там, ну, блять, до этого еще дойти надо. А так, ну, честно говоря, вот 8 боссов, да, магом. Тут, ну, я не знаю, невозможно почти вайпнуться. Если только сферы не ебануть вот здесь, чтобы Келесит разъебал танка. И второй танк не смог исправить эту, ну, хуйню. Как я пару раз исправлял, все помнят же. Танк сдох, блядь, я забираю, говорю, не бить никому, не увешать, чтобы сферки-то, ну, висели на танке, чтобы они не дали убить Келесет. Вальку можно захилить, сходить, лутануть что-то, вот да я тоже. Но опять же, Лана и Синдра, ну это не те боссы, на которых такого можно взять мага. Чисто, ну, без всякой хуйни, то есть.
Можно, да, но не этим рейдом. Тут, видишь, и некоторые люди есть, которые, ну, не понимают, не шарят. Сильно пока уверенности не настолько дохуя, что, блядь. Вот если бы тут были там вместо вот этих нижних позиций рарники там всякие, там, я не знаю, сидели. Блидринг, рарник, там, шалфир, блядь, тогда да, тогда иди магом до конца. Ты сдохнешь, потому что и мы убьем 24. Сейчас, блядь, еще одну. Тут понимаешь ситуация в том, что я-то не сдох, блядь, а сдохла нахуй, блядь, полрейда. И причем в тот момент не было такой ситуации, как вот в этот раз, да, что там... Сейчас, блядь, внимание, вот сейчас внимание, вот смотрите, согрелась пачка трэша, надо это законтролить и не сдохнуть. Вот я даю вихрь по рыцарю. Дайте кому-то, командиру какому-то вихрь. Сейчас вихрь будет диминишинг, вот на мне стан уже. Прожимки, массейв, да, вот это все нажимайте. Тактика, бейте. По лейтенанту вихрь дам надолго. Проще было. Кто-нибудь из вас шарит за Tell Me When? Да. А что надо? Как мне сделать так, чтобы вот иконки, поставленные в одном спеке, у меня в другом спеке не показывались? У меня с ним проблемы большие. Никак. В смысле, в другом спеке не показывались? Тут получается, да. Скажем, я в одном спеке, потом спек поменял, а чтобы у меня одни панели, эти панели в, скажем, первом спеке, они не виделись во втором спеке. Никак не сделать. Это не работает. У меня типа такое, что я вот в одном специализации, в одной делаю специализации талантов, Tell Me When настраиваю, я включаю другую, у меня вообще там нету Tell Me When, если я его по новой не... И я его там сижу по новой настраиваю для другого спека. Он по дефолту так работает, я не знаю, что у тебя за проблемы там какие. То есть просто я создал... Можешь на одну ячейку несколько разных скиллов из разных спеков назначить. Там, нет, там именно для тебя, у меня появляются отдельные полоски. То есть в другом спеке у меня полностью... То есть единственное, что я не могу менять, это местоположение полос. То есть, ну, из спека в спек. Все. То есть, а по полосу остаются те же самые, и они пустые. И для другого спека я просто спокойно назначил. Либо те же самые способности, либо... Там какие-то другие, там забираю, что-то меняется. 5%. И это будем сейчас повторять. Там, возможно, звездочка. Аккуратнее, РДД пойдите. Да, я уже перетыкал, все галочки вы перетыкал, все здесь посмотрел. Просто, здесь на сервисе, это, наверное, тестировано. Вот. Тут очень мало функций у него. Да я какой-то скачал 1.2.4. Не знаю, что за версия. Что-то советник живет дохуя, да? Всех могу убили, светник живой. Это другой уже. Ага. Я сворачивался просто. Думаю, нихуя, блядь. ХП только же фуловая, блядь. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сам Лейн, непобедимые воины и короля Лича. Наши силы едины! Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов! Five, four, three, two, one. Я посижу на килисете, хорошо? Да. Важный. Что там, Давакин, маг какой-нибудь еще, маг там сферы поподбивает. Мэтфокс там, Мэтфокс, Давакин, Троуд, тоже может подбивать. Надеюсь, чтобы кинетики не падали. Сокро отдам. Ты Свистофляга спрашивал про Синдру, про Лича, что? Да. Тут на этой хуйне не забывай, вот могущественный вихрь дает он, вот этот петух Валанар.
На нем надо тебе рейндж от людей набрать. Под каждым человеком создается воронка. Она дамажит 12 тысяч физухой. Вот как видишь вот этот вихрь. Ты должен uh-huh. всех рейндж набрать. А тут ты чуть не сдох. Вот так. Да, завис. понял. Убегай от Келесета. Сейчас там это... Маленечко со сверху отойди. А там агро нету. Стопните. Уйдите, не бейте. Никто не бейте. Съебитесь 100. Оттуда. Отвернитесь нахуй оттуда. Пиздец. Иди агро набирай. На связи. Подойди к Келесету и набирай агро на нем. Ты должен тоже понимать, что ты делаешь. Омен у тебя есть? Я вижу, блядь, нахуй. Я да не у тебя, блядь. Пиздец, нахуй. Постоянно кто-то, блядь, что-то перебивает, выкрикивает. Сори, блядь, но я на связи говорю. На связи ты тут? Да, я здесь. Братан, Омен у тебя сидеть, есть? Блядь, перекрикивать. Ну, нет, такого нету. Я тебе не говорю перекрикивать, просто я к нему обращался, не к тебе. Он, видишь, у него Омена нету, он на гро нихуя не набрал. Надо было набирать и рудиком бить, и ЛПшками. Ты думаешь, что ты на прогулку пришел? Сверки собирал, просто они убегали. Ну так, блядь. Вот и получается. Нюансов дохуя, которых, ну если об этом никогда не говорить, он так и останется, он нихуя никогда не будет понимать. Надо указывать на вот эти нюансы, потому что ему, чтобы танчить нормально, успешно Геру, ему надо все это понимать. Вот если, ну, в Гере ты приходишь, так же агро не набираешь, мы просто келя не бьем и просто в берсу упираемся и падаем. Вот и вся история. Нет, а осколка. Пиздец, печаль, куда? Так, ну это все расплыло. Да, жалко, конечно, что времени столько нету дохуя, чтобы еще десятки водить. Раньше, конечно, у меня и работа другая была, и, ну, лет 10 назад было вообще заебись. Сейчас так много не поиграешь. А в десятках как раз там видно, кто как что отыгрывает. Часто видишь, бы, ну... Косяки рейда можно прикрыть, вот одно тело упало, можно как-то убить. На Синдре будет видно, на Личе, на собаке, на той же ФТТГ, косяки каждого. Меня интересует, Мэтфокс как-то поднял свой уровень сейчас на Синдре. Потом, Тролдэ, не знаю, вроде Тролдэ играет, играет с нами. Вот новый домен, вот этот интересует, как он отыграет. В рейда не люблю, вроде должен нормально сыграть. Дера вот не так часто вижу рогу. Надо посмотреть. Хилы сейчас на. Каждый КД ходит. Вот сейчас хилы на лане будут проверку проходить. Как они будут захиливать рейд. Как тени выносить. Если вот Мордаун Шектор играют, то остальные три хила абсолютно новые. Как они сейчас сыграют, неизвестно. Довокин, блять. Сначала мне казался нубом таким. Потом вроде дамажит стал. Играет, исполняет тактику.
Ну, Ресфейс, да, вроде было. Вот этого важного я не видел. Хотя он чудом каким-то в Геру попал, блядь. Наши хилы не хотели идти, набухались. Это вообще дичь, конечно. Вот онлайн 35 в гильдии. Давайте сразу. Кто не знает, как передавать укус и как на синдре, и как на лище тактику? Сразу, чтобы мы взяли историю там. Ты шутишь, что ли? Ну, атака... Я узнал в течение 10 секунд. Рыба. Минуту бьешь, а потом передаешь. Правильно же, да? Десять минут бьешь, потом передаешь. Так. Ну, просто Идеру в конце кусайте и все. Так, Ревист, вот тебе сопроты. Да, если тебе надо кусать, там у тебя, как говорится, выбора будет 10 секунд, одна кнопка на панели. Ищешь любую цель и кусаешь. Ну, не укушен. Ну, желательно со старта вроде как шипы раскусывать. У звездочки берем сопроты. А Давакин на пулет на бигдема, а Трирогина на связи. Этот. У звездочки сопроты берите. Пейте. Идеру никто кусать не будет вначале. Там увидишь, там появится кнопочка 1, там клык такой будет нарисован. Чтобы передать укус, нужно подойти вплотную к человеку и нажать кнопочку 1. Тогда ты продолжишь опять бить в два раза сильнее и... 10 секунд дает времени. Все увидишь. Этот. Давай, Шектор, квадрат. Это на взлетке положение ваше. Рейсфейс, так как ты был треугольник. Мордаунд. Больше тебе доверяют, и в луне тогда стой. Хули ДЦ. Ромбики. Ну и важные кресте. Это на взлетке ваша позиция. К ним не подходите, их не это не заблюйте. Первая взлетка Хукмастер не зыбка. На связи не зыбка. Гимн на ХП, дашь мордаун. На все крылья гимн. Это на первой взлетке. На второй взлетке. Массакру Лингрен и Шектор продлеваешь, и на связи уже, когда к пакту сбегаемся, еще там дашь, как откадешится. Ну и на ХП дашь мордаут на себя зубы и на ХП. Это на второй взлетке. Три приста на себя антифир. Не диспелить челика. 5 секунд перебью тебя. На первой взлетке я даю крылья и гимн. Отскал зубы на себя даю, гимн ХП это... Ну зубы Холи ДЦ, этот, ты на первой взлетке даешь крылья на себя и гимн, а Холи ДЦ на себя на второй взлетке зубы и гимн на ХП. Понял, Холи ДЦ? Кто на боссе? На связи. На связи три роги напуливают, Давакин на Биг Дэма напуливают. Стоим на рендже. Не под боссом, под боссом мы только в гере стоим. Мэтт Фокс, ты готов? Передавать укусы. Мэтт Фокс, прием. Ты тут? Где он? Сопрот надо. А, так возьми у звезды. Так, со старта бурстим или как? Не, особо не бурстите. Секунд 10 автоатака побейте. Кусает кого нужно, да? Биг Дэм, да, словит первый. Пиньте МК по Биг. МК по Биг Дэму кто-то дайте быстрее с магов. Все, даю отчет. 4, 3, 2, не дал, где? Я дам, да, ладно. Дай хуй на это МК. Аккуратненько бьем, как попиздела дошка. Так, получилось, все нормально. Все, дальше нормально бьем. Красные лучики, сука, сбегаемся в одну точку, чтобы они исчезли. Прием. Все запомнили, блядь?
тени 2 секунды, нахуй. Смотрим глазами, что это такое, блядь. Побежал хукмастер. Все увидели, куда он побежал? Вот, это тени называется. Смотреть дебафы на себе. Значит, где вас премиум, морда и так далее. Там искать эти тени. Еще в ДБМе. Красные лучики, сбегаемся. Тени 2 секунды. Сиранул там, да? Немножко. Чуть-чуть, но совсем. Так, крипток. Лучики сейчас будут. И следующие тени через 12 секунд будут с этим, с фиром. Милизона, квадрат нахуй, Идера нахуй, братан нахуй, сбегаешься тоже, хули ты там встал, блять. Мы к тебе бежали полкомнаты нахуй. Сбегаются три человека одновременно в одну точку, ближнюю ко всем. Сейчас будет фир. Займите позицию ближе к центру, чтобы фир вас не загнал в лужу. Диспелим фир. Прожимаем дубовую кожу все. Даем гимны, там всю что хуйню надо. Все. Продолжаем. Лучики, сбегаемся. Борт флекс укушу. Холи ДЦ, беги. Угу. А что далеко стоишь? Однако. Пардоньте, блять. Это была крайняя мера. ДЦ хули бигдем нахуй. Хила укуси. Вот тебе мордаун тиндер. Сейчас с маной что-то делаете, имейте в виду, у вас высохнет, сейчас будет взлет, кафир. Дубовки отдаем. В принципе, это давайте Геру добьем. Сейчас спокойствие еще дам. Нормально, ты тогда 100 миллисекунд ебанула сразу нахуй. 10 лямов. Только нету осколков. Бигдем на дамажу. Сука, спасибо, бичи, блять. За это. Лужа, двое сдох. Да хули я лут открывал, смотрел. Прыгай, Рейс, прыгай. Я б на трансмут взял, если никто не хочет. Там никому не надо. Покоритель надо кому-то? Криптоку закинул, короче. Сколько не было, да? Нет. Я бы на транс забрался, покоритель.
Я ретрику дал. Пойду проверю, проф лежит. Почему он должен не лежать? Багнулся у вас? Да, типа, блять, это, души забрать с него нахуй. А, души. Он слаканул. Я сегодня собрал души. Расколки остались. Ты души собрал? Да, в десятке бычки. Вон он лежит, нахуй ждет, пока я соберу, сука. Гниет, блять. Подтухает. Хуяк. 50 душ. Надо подождать. Блять, сова так важно вышагивает, блять. Какие у него ноги пиздец широкие, нахуй. Стоп, ступни это пиздец просто. У гоблина больше. Для его нового роста. Прикинь, блядь. В рей ты уходишь? Это что получается? 7 боссов? А, 8. 9. Кто там замена есть? Я есть. Давай, заходи. Кем пойдешь? Я в сети. Рогой. ШП я пойду водить за осколками. Могу шаманом. Сейчас РДД нужен. Блять, а где он на ауто? Что ты говоришь, Биг Дэм, как тебе сделать лучше? Связать с престом этого, ну, мага этого или как? Да не надо ничего уже делать, я сам его одену в престу, блядь. Да ты странный такой, ты странный такой. Ну, пеняешь, да, как, ну, пеняешь так, как будто, ну, я тебе запрещаю что-то. Ну, есть да, что-то. Ну, если я, мне нужна была ОДХ, блядь, я в итоге я иду престом, которым здесь нахуй. Ну, блядь, ну не всегда так получится. Ну, я говорю, надо первый, как-то ну, вот... Первый блядь, раз я решил пройти, блядь, в инст, в котором мне там так, ну, блядь, просто надо ОД ну, полутать. Инст это не такой, блядь, где ОД надо, ну, голым лутать. Ну, не получается, видишь, не тот рейд. И так проблемно, даже с тобой, с фуловым идти сейчас, и то проблемно будет. Кто-то заслакает и пизда. Нету надёги никакой. Это же не из-за того, что, ну, я говорю, ну, пожалуйста, ты, чтобы ты это понимал, тебе надо поводить самому, понять, что к чему. Бугов водить, да это... я вижу, что мы убивали босса просто, блядь. Почему? Ну, типа, мы не убиваем босса не потому, что там я голый, а потому, что у нас люди, сука, нахуй, не могут, блядь, банально отбежать от ебучих кол, блядь. Да, это и не понятно. Могут отбежать, но... ткнут в сторону это... звездочки, блядь, чтобы я все убило. Это знаю, я все это знаю. Что там и то, что они тупые, ну да, что они иногда вот не могут... Давай, блядь, его, так сказать, могут... брать таких вот, как... Не знаю, что ты говоришь. Да, да, вот я к чему хочу доталдычиться, что да, это все так. Да, там люди слакают. Но чтобы тебя выровнять, ну, в их глазах, ты, ну, не должен вообще этим персонажем в рейд идти. То есть так, по-хорошему. Есть какая-то планка, ну, представь себе любую гильдию, и где вот, ну,
Так могут одеть, только я не знаю, ну профессионалы, надо, чтобы никого не надо было учить что-то. Ну ты сам это понимаешь. Если бы там действительно не надо было релить, оно было бы так. А когда надо, блядь, человек не понимает. Он до конца не понимает. Он так может РБК, да, затанчить, он понимает, что стаунтить надо, когда пизды дают, или когда уже умер ДД. Но какие-то вещи, чтобы это предотвратить, чтобы этого не было, чтобы вайпа не было, они не понимают, есть нюансы некоторые. Вот, и пока, ну, нету четкого, то есть, блять, ну, вот когда Гера будет проноситься без рельса, тогда да, можно даже в этой Гере так вагониться. Просто это надо, блять, ну, четко ощущать почву под ногами, блять. А нету ее. Вот в этом проблема. В том-то дело, что у нас получается. Что у нас 25-ка идет, половина сильных постоянно вагонит кого-то слабо. А без этого тоже никак не получится. Без этого тоже не получится. И постоянно я в тех рядах, не в тех, кто вагонится, блядь, а те, кто наоборот вагонит. Ну, блядь, извини, блядь. Ну, такая, я закон. Первый раз решил пойти, блядь, вагоном, конкретным вагоном, блядь. Не настало, и, значит, еще время. Мне не дали нахуй. Ты пойти, пойми, над этим еще поработать надо. Ты это пойми. Это, ну, не ты один такой. Я говорю, через то, что ты сейчас проходишь, я через это проходил и не раз. Вот. Первый персонаж, вот я на фурике играл, давал 20к ДПС, ну, на циркуле, топ-1, там, топ-2. И такой, вот первый персонаж, который я создал твинка, это был ДК-танк. Потому что, во-первых, челики не хотели танчить, не хотели дамажить. Ну, и уходили просто с игры очень быстро танки. И тогда я вагонился. Почему я вагонился? Да потому что нужен был танк. А ты не выбираешь такой класс, который нужен. Поставьте шкаф с историю с нем. Ты выбрал бича, который вреди уже никуда не делает. Вот и думай о полезности. Порталы ставят, порталы. Блять. Ставят. У тебя регов не было. У нас порталы вот 4 тела могут поставить. Вот тебе. Типа, я не против, но. Если. Понимаешь, тебе надо 3 месяца отрелить, чтобы ты понимал ситуацию. И ты я уже понимаю, сам. Я понимаю ситуацию. Ты хотя бы десятку. Есть... Десятку им будешь давать, уже будет нормально. И, ну, и, а еще надо решать, кому ГП давать. Вот и думай. Не, ну понимаешь ситуацию? Бигдем говорит. Нет, Бигдем ровно. Бигдем говорит буквально: там ебаные колбы, не взорвитесь на них РДД. А они взрываются. А так всегда будет. Взрываются. А так всегда будет. Если бы он был на, блядь, на варе, нахуй, или на присте, они бы нахуй не обошли эти колбы. Вот в чем рофл-то. И если, ну, он рейлит, он нормально все делает, типа, блядь, и. Проблема не в его рельсе, а в да, том, конечно, что не в его рельсе. Люди, ну, просто не могут сделать то, что им его их попросили. И кто его и не винил, блядь? Никто не винил его, понимаешь? Я просто, ну, указал на ебут, то, что... Ебут меня, помогите. Танки, нахуй, вообще есть? Алло, нахуй. А, это Лингрен тут, с этой стороны. Танки спят. Просто, видишь, ну... Да нет, тебя ну, дам, мне можно было все это оставить так, понимаешь, просто это, ну, вайп на вайпе, блядь. А люди еще играют хуево, они, мне кажется, у них настроение портится, когда челику разрешают этим персом пойти и завагониться, а у них такого даже в мечтах, блядь, не было, понимаешь, такой хуйни. Это можно все устроить, только это, ну, 1-2 человека могут завагониться, но это остальной весь рейд должен пиздец, все беспрекословно делать. Все второй пати вагона. И Кирсори. Кирсори тоже вагон. Он хоть цифру дает какую-то. Нет, я не говорю, кроме Кирсори. А, кроме Кирсори. Ну вот Крипток вагон, да, вот он никак одеться не может. Ведь он в Энхи 20-ку дает. Он вообще радостный сидит, помалкивает, что ему можно этим пойти. Как он, рогой. Потому что шаман заебал. Ну он в комнате дает этот рейдовый прикол. Ну да, 4%. Хоть что-то. Сет же вроде бери, играет, нормально. Берите рейдовый прикол в виде ауры коня, пожалуйста. Аура коня нужна для того, чтобы паладин, который летает в облачках, он летел быстрее. Там механика такая, когда заходишь в облачка. Так? Она, по-моему, да, не работает, да, когда ты заходишь. Флорида там вам надо свою ставить. Да, ну он ставит. А, да, это же он со своей летает, да. Он свою и ставит. А вообще, аура коня, самая везучая аура, которая только есть. Не знаю, чего, блядь, это аура, но вот, например, в рейде, блядь, там 7 паладинов, да, к примеру,
И вот, сука, стоит эта аура коня и говорят, уберите ауру коня. Ну, она вам нахуй мешает, что ли? Блядь? Это ну, больные люди, она... блядь, это больные люди. Стоит Триггер она и стоит, жесткий. Нахуй, вообще просто, вообще до пизди. Вот вообще никогда не смотрю на эту ауру, похуй. Главное, чтобы была та, которая нужна, вот и все. Ну, а что там, коня, не коня? Это вот нет, я не знаю. Это когда 7 паладинов, а когда он один или их 2? Ну, когда один, это другой вопрос. Но, как правило, вот когда, например, ну, я вот такое слышал, в рейде, например, там 4-5 паладинов, там стоят все нужные ауры, и стоит коня там, вместо там какой-нибудь прото-ауры бесполезной, блядь, тоже. Летял, ты, типа, не думай, Биг Дэм, блядь, что, ну, типа, я тебя прям вообще, ну, это, типа, это заебись. Не, а? Надо персов одевать, я ничего против не имею. Это... Просто, блядь, в другой раз как-нибудь. С Новым годом, коня. Ты его за недельку оденешь за эту, допустим, всяких иках, вот всякой вот в этой залупе повыгребаешь мод. Ну, если он выпадет, конечно, и повезет. Ты его позабираешь. Вот, десятку там какую-то с гильдии свою. Тот же Каражан скажешь. Хотя бы уже, блядь, хотя бы 8к, чтобы выжимать, блядь. Я уже был на этой неделе в Каражан. А, вот видишь, блядь, не повезло нихуя. Уже тогда как-то будет, блядь. Вот сейчас Синдра, кто там, Идера, у тебя как вообще с тактикой? Я не могу понять, как ты играешь. Ты вроде бы играешь. Сколько он там на сурке дал? Скрины есть у кого-то? Были скрины? Что-то не скидывали сегодня, да? Что там, 10 или 12? Короче, мало. Это мало что-то. А что у него за проблема? Что, у него хуевый шмот? У него раса плохая, это раз. Ну, два. Кам... У него нет... Шкам. Он играет через АП этого. Через АП ШД, который не играется. Ему нужно капру ПВ собирать. А кап... Там что там, 15% зазубренные дают, да? 9. 9? Чё это, 1260? Ну да, дохуя. То есть АП мутик может дамажить, но это нужно... Ой, мутик, блять. АП ШД может дамажить, но это нужно тебе очко порвать. И я пока не понял, как. Да, таланты нормальные для АПшного. Короче, Идера, тебе что-то тоже делать надо. Этот дамаг, ну, это залупа. Ему расу нужно выкачать для начала. Ну, ему когда сказали про расу, он сказал, я не хочу на... Не, раса это такое... Раса это такое дело, ты можешь... Нет, к рогам это не относится. То есть Найтборн можешь... это бис-раса. Да, ты можешь... Она просто ты можешь хочешь... это единственная раса, которая, на которую он так дамажит. Слушай, ну я не шарю. Нет, не, просто, я понимаю, что там легенды разница, нет. Разница с другими классами в том, что ты на том же маге ты будешь дамажить в любой расе. Типа на других, на любых других персах ты будешь дамажить на любой расе. Ночнорожденные рогом дают, блядь, 3-4к ДПСа. Просто за то, что ты ночнорожденный. Не, ну там реген какой-то. Нихуя. Реген идет маны, да, какой-то? Ой, блядь, да. Там чисто за региональную энергию, те же коты и роги дамажат. Там просто бесконечная энергия. Геро. Каждые 30 секунд. Каждые 30 секунд. Геро, дай тебе. Не на, не на, не на, блядь. Да похуй. Ну, свет уфнули у меня. Нет, то есть тем же котам, у кого уфнули, у кого уфнули, как ник? История. История. А, включат или как? Я с телефона просто сейчас. Ну скажешь, как включат, надо еще какую-то замену искать. Кто там на замене еще есть? Ебать, что так вкусно. Могу на престе на роге зайти. Так, ну, заходи. На престе или на роге, я вот не знаю. Престу. Это не ТГ. Давай на роге, наверное, хуй знает. Ну, я в ШП могу то есть пойти. На престе. Да, блять, просто кто ДС-шить будет второй рейд? 44 размера. Ну, не знаю, там ОВЕСТ есть. Ну, хули ОВЕСТ. Я приду, и там нихуя не будет. Там два новых этих, маленьких. Приста. Это, кстати, прист очень хороший, мне поскидывали. Типа, вот, он нормально играет. Он понимает, что нужно делать. А, короче, вот не это... включили свет. Сейчас зайду. Сейчас зайду. Поле ДЦ, спасибо. Нормально, ты говоришь. Слышите? Слышим, слышим, давай. Слышу. Ты говоришь, Холи ДЦ нормальный поскидывал? Да, что-то? Да. Он, ну, он понимает, что он делает. Ну, так по камням, делать. По камням сразу видно, конечно. Ну, то, что у него 15 характеристик, это плохо, но... Не, ну там все остальные-то СПДшные, сердолики нормальные. Ну, блядь, бывает иногда, что и с сердолями челы жмут связующее исцеление на ДЦ. Я жму, блядь. Ну, редко. На ДЦ связующее? Ну, десятки, может быть, типа,
Сейчас под меня, да? Лучше ППшку нажать, чем связующее. Ты там замену ищи, да, вакину ходит. Понимаешь? То, что на хороший ДЦ, видно потому, что он, сука, выфармил шею 64-ю на ДЦ. Причем правильную. Я тут психопат просто. С острова, что ли, или что? Да, у него шея с острова. Это вообще пиздец. Так, ну как можно и выфармить неправильную шею, читаешь, когда не догоняю? Я видел ДЦшников и холиков шеи хаст меткости. Ой, это хаст МП5, сука. Киллерской. Двакин, ты уходишь? Понимаем. Сейчас я зайду тогда на руки. Все, я 82 меня в огонь. А ты кого уровень качал? Лока. Лока? Ой. Понакосяю брат. По объявлению. Пошли за холл-центр. Брат. Лок. Лок и маг. Он ТМК тебе будет давать. Андели. А он тебе будет давать этот СПД баф. А я демон, да? Я демон добавил. Хорош. Хорош. Огурец он ему будет давать. Ну, пока трэш тут спулили этот самый пауков, так что пока не почили. Я своего захила не хватает, что тебе огурцы нужны, луковские. Хорош. Кстати, огурцы луковские, это считаются, это, ну, один к неустойчивости дают.